Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на мапе Краша. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Юрий Бычков, я собственник, создатель, управляющий компанией «Термы», то есть мы занимаемся термами. Скажите, пожалуйста, где располагаются ваши термы, что в них интересно? Ну, термы можно расположить везде, где угодно. Они также... Некоторые... А нужно отвечать, да. Да. Термы размещаются на коммерческой недвижимости, то есть это торговые центры, это парки, это набережные, то есть, скажем, эта тема внутри города, то, что находится внутри города, там могут разместиться термы. Я забыл все слова, которые у меня были в голове, наработанные за столько лет, нужно как-то продолжить наше общение. Хотелось бы узнать, да, какой сервис вы предоставляете там? Получается, там какие-то термальные источники, какие-то спа, что еще? Ну, слово «спа» очень хорошо знакомо богатым людям, мало знакомо бедным людям. То есть, ну, это, если грубо говоря, это бассейны всевозможные, открытые, закрытые, детские, взрослые, морские и так далее. И огромное количество бань, то есть, опять же, всех бань мира, скажем так. То есть, начиная от русских бань. То есть русское парение, заканчивая хамамами, марокканскими хамамами, банями по-черному, банями по-серому и так далее и тому подобное. То есть максимально большой выбор, который существует, там, скажем, 30-40 видов. При этом мы уже придумали часть своих бань, ну, например, детская песчаная сауна. То есть дети не любят жару, они там капризничают, плачут и так далее, поэтому 45-50 градусов и на полу 10-15-20 сантиметров песочка белого. Ребенок сидит, счастливый, там, потеет, общается с песком, там, что-нибудь строит, фигурки. Счастливая мамочка рядом сидит, тоже греется там, как бы, за компанию. Вот, например, продукт. И таких продуктов достаточно много уже, и мы, как бы, продолжаем эту тему. Ну, то есть, все это делается для людей, все это делается для здоровья, для проведения времени. И фактически это превращается в такой, ну, как бы, городской курорт, когда человек может в любое время, в любое там, ну, начиная с утра там, до вечера, отдохнуть любое количество времени, любым составом. То есть вместе с семьей, вместе с детьми, отдельно мужская компания пришла попариться, отдельно женская компания решила там отдохнуть и так далее. Вот весь ассортимент, весь сегмент рынка, богатые, бедные, когда они раздеваются, они почему-то как бы не очень сильно друг от друга отличаются. Вот, вот. Ну такой вот. Всесоюзный курорт, который доступен практически для каждого, который продляет жизнь, который, ну, как бы, делает нашу жизнь просто лучше. Здравница. Такая. Скажите, пожалуйста, нам, как людям, которые живут в Москве, насколько я знаю, есть прекрасная новость. Это о том, что вы продолжаете свою экспансию дальше, и скоро такие ноу-хау и замечательные места появятся у нас в Москве. Да, у нас в июле месяце открывается первый комплекс «Московские термы». Это галерея 918. Там небольшой такой средний внутри торгового центра, 9 тысяч квадратов. Ну, такая, для начала, думаю, что неплохо. Но вообще идея построить там 30-40 комплексов по всей Москве. Не могли бы повторить последний абзац? Я ничего не понял, потому что немножко отвлекся. Я шучу. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша экспансия на московский рынок пройдет успешно, потому что ваши ноу-хау, надеюсь, тоже будут внедрены здесь, и мы с удовольствием тоже будем в них ходить и пожелаем вам в этом успеха. Да, и мы хотим вас тоже пригласить, что вы пришли, там, оценили, как потребители, да, вот. Ну и все, наверное. Наверное, все. Но интервью может не заканчиваться, в принципе, мне... Спасибо вам большое за прекрасное общение, пожелаем вам удачи. Спасибо.